Часто просыпаешься среди ночи от храпа? Воткни в ноздрю себе или рядом сопящему эту специальную штуковину и спи спокойно. Привет, друзья! Сегодня вторая часть товаров, которые делают нашу жизнь интереснее, лучше и проще. С конкурсом в конце видео. Вещи рассматриваем по мере увеличения цены. Приятного просмотра! Складной мешок, пакет, фляга или кто как назовет для воды или другой жидкости на 5 и 10 литров. Особой популярностью пользуются у любителей кемпинга. Спускают колеса, меняя резину или осматривая диск. Если же просто нужно убедиться, не подспущены ли, помогут датчики давления на 2 атмосферы с зеленой, желтой и красной индикацией. В комплекте 4 штуки. Веломаном использовать в качестве катафотиков. Ты успешен, богат и обладаешь отличным прессом купюр. Можно заморочиться и проверить их в ультрафиолетовом свете. Если покажется мало, то еще и на просветку водяных знаков обычным фонарем. DL01 – небольшой компактный детектор валют. Четкий органайзер в багажник нашего авто поможет всем вещам находиться на своих местах и не прыгать и колбаситься на поворотах и ямках. Удобная и продуманная флешка в виде ремешка от 4 до 64 гигабайт памяти. Часто жалеешь, что под рукой не оказывается карты, куда можно было бы скинуть важную информацию. Под рукой нет, а вот на запястье весело поблескивает и пускает солнечных зайцев в лицо эта флеха. Мол, а как же я? Помнишь мультик «Простоквашино», где галчонка пытались научить говорить, кто там? Сейчас все гораздо проще, и птичку можно заменить таким приветственным датчиком-звонком. Речь можно записать самому, к примеру, «Добро пожаловать» или популярное «Кто там?». Если гостям не рады, куда лезешь или пошел вон? Длинными осенними и зимними вечерами мы проводим в обществе наших неразлучных друзей – компьютеров. USB-грелка для ног сделает это времяпрепровождение более теплым, душевным и комфортным. Штука не раз опробованная, потому и рекомендуемая – водонепроницаемые носки. Особую пользу приносят, когда в пасмурную осеннюю погоду во время утренней пробежки можно невзначай из просонья плюхнуться в занятную глубокую лужу. Ошейник, GPS-трекер для наших домашних питомцев, которые на прогулке часто могут неожиданно отлучаться, не предупредив при этом и даже не гавкнув, куда побежали. И наконец мы добрались до сладкого. Умная Xiaomi лампа. По поводу ее IQ точной информации не скажу, однако среди всех прочих достоинств она может законнектиться с нашим Mi Band, и когда мы, к примеру, читая книгу, заснули, тоже отключится. Также ее особенность работать как будильник за определенное время до подъема, начиная постепенно разгораться. Время конкурса. Выбираем приз, как всегда, голосуя в подсказках в правом верхнем углу, нажав на значок «И». Подписываешься на канал, ставишь лайк видео и пишешь комментарий. Вот и все условия. Победителя определим рандомом через неделю в нашей группе ВКонтакте. Не забывайте открывать лайки и подписки. Ты досмотрел видос до конца, молодец. Теперь ответь, какой из товаров реально упростил бы твою жизнь? Позитива, бодрости, солнечного настроения, покеда.